Привет, снова дорогие зрители, с вами Дилирон Микотик, ребят. Приветик, мяу. Продолжаем наши веселые гонки в Майнкрафте с гибридными локи-блоками, а также на карте, которую построили наши подписчики. Вернее, не на карте, а на картах. Так что происходит? Кто-то где-то активирует спаунпоинты. Там кто-то ходит и активирует спаунпоинты. Какого фига? По-моему, как-то это не очень круто. Надо будет всех поубивать, и по идее, когда будем проходить куда-то, надо будет эти плиты ломать, что ли. Так, ладно, посмотрим. Кто сделал карту? Здесь написано сторона Дилирона, сторона мини-кошки. Сложность сложная. Ну, всегда она сложная. Так, удачи, Дилирон и мини-кошка. Я вам не напишу, что? А, имя вам я не напишу, потому что нафиг надо. Ну как хочешь, мистер неизвестный, мы могли бы тебе сказать спасибо, и тысячи людей сказали бы тебе тоже спасибо, хотя эти карты интересные. Так, что здесь? Рыбка, день, морковка. А, хорошо, допустим, морковка. О, нифига себе, мне дали морковку. Нажми на рыбу, интересно, что будет. Так, нажми, да. И тебе дали морковку? Вернее, рыбу. Не, о, нифига себе, дали. Так, отлично. Так, сделали день, чтобы вещи не выпадали, нажать обязательно, но это я прописывал. Если что, напишу еще. Раз, отключить взрывы, это в принципе тоже я все активировал. Так, сложность легкая, это сложность нормальная. Я не думаю, что разница вообще какая-то будет, потому что там уже кто-то ходит, кто нас может с тобой захавать. Так, ну по идее, что вообще такое? Это кнопка, которая что-то активирует, это кнопка, которая тоже что-то активирует. Ага, это сложность тяжелая, если ее нажать. Так, я понял, лучше я вот это вот все-таки активирую. Так, короче, пошли. Сейчас я еще по идее на спаунпоинты пропишу. Блинчик, это по идее до одного места эти спаунпоинты, потому что кто-то где-то ходит и активирует спаунпоинты где-то там вдали. Это печалька, кто это все делает? Так, я постараюсь спаунпоинты нам здесь прописать, но чувствую, что придется нам с тобой пешком сюда бегать. Так, я прописал. Где-то кто-то еще какие-то спаунпоинты активировал. Так, короче, ты готова начинать? Да, готова. Ну, поехали тогда. О, отличное начало. Сейчас мы, кажется, узнаем, куда ведут нас спаунпоинты. Ладно, я падаю вниз карты. Большое спасибо, что здесь нету воды, которую я не люблю. Что все вырезали. Так, я появился где-то... Нет, нормально я появился. Я или где-то нормально? Появилась неизвестно. Так, подожди, я где-то появился тоже непонятно где. Так, респаун. А нет, ты нормально я появился. Я вообще где-то появился. Что это? Что происходит? Где я? Что-то какое-то непонятное место. Что это такое? Так, сейчас я буду это ломать, что ли? Так, сейчас разломаю, гляну, что это такое. Я появился где-то непонятно где. Так, это какая-то непонятная местность, которая пока еще неизвестна для чего. Так, это что? Так, здесь написано «Привет, Дилька и Кошка, эта карта сделана специально для вас, наслаждайтесь, бомбите карту, дохните, и что бы вы обычно там делаете?» И, да, короче, это, по идее, какое-то другое место, чтобы куда-то начать. Так, ладно, хорошо, активируем, я снова здесь, ага. Здравствуйте. А каким фигом вообще попал, непонятно куда? Так, не снова знаю. Мы здесь. Так, я еще раз спаунпоинты пропишу на, вот, вот сюда вот. Так, пошли. Блинчик, отлично. Блин, ночь. Начало просто зашибись. Ну, пожалуйста, уйдите, я всех морковкой побью. Так, мне нужно взять в руки меч хотя бы. Так, пошел отсюда, пошел отсюда, пошел отсюда. Идите все к черту, все, блинчик. Я сдох. Где я появлюсь? И появился я... Где что? Так, все правильно? Да, я появился там, где нужно. Так, ты по моей стороне идешь. А идёшь. Я не могу по своей, типа, смотри, что там у меня происходит. Да тебя там выкинули. Нефиг мои блоки-то ломать. Нечестность, нечестность, нечестность. Я на своей стороне уже. Да, конечно. Так, ладно, это мне не надо. Так, это что? Спаунпоинт. Быстрее, спаунпоинт. Отлично. Так, быстрее бежать. Ёжик, у меня алмазный блок, который добыть нечем. И алмазная лопаточка. Убивательница, так, но мне нечем ее покормить. Вот и правильно, вот и нефиг прикармливать себе всяких убивательниц. Так, давай, давай. Ну, я давай, думаю, давай, это давай. Время. Нет, 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 нет. Убить, убить всех. Убить всех, блин. Блин, почему я появилась где-то в попе? Где-то в попе? А в какой именно? Нет, ты появилась нормально. Я тебя вижу, ты вот где-то нормально находишься. Я появилась там, где лава. Там, где лава? Так, а ну-ка, по мини-карте ты где-то нормально у меня появилась. Блин, я в лаве появляюсь. А, слушай, здесь какие-то, блинчик, спаунпоинты. Так, блинчик, что происходит, господи? Так, здесь, по идее, какой-то спаунпоинт, который активируется по нажатию. Так, нужно его поломать. Да, скорее всего, да, потому что у меня тоже. Так, да. Можешь ко мне телепортироваться. И у себя хорошо. Поломай и вот эту фигню. Тоже поломаю, поломаю. Так, поломать. Иди к себе, обойди вокруг этого заборчика аккуратненько. Ты иди отсюда, кошак. Да я не могу. Так, я тебе там еще разломал что-то. Кого так, поломать плитчик, надо? Вот эту вот плиту. Плиту, 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 плиту. Ломай, ломай ее, ломай ее, так, ломай все, ее. Я поломала. Так, все, отлично.
блинчик, я теперь сдох. А где я появился? Ёжик! Я появился черти где. Эй, так живи, живи, я к тебе иду. Так, быстрее к давай, тебе. Давай. Так, ТП, к кому же, быстрее. Блин, вот, опять фигня, это что-то не то. Где? Ты появилась я как раз внизу. Появляюсь. Так, все отлично, только ты просто должна была появиться немножко не здесь. Так, нет. Все хорошо. Так, все отлично. Так, отлично все. Так, быстрее. Так что за фигня? Кто нас сюда телепортирует постоянно? Я без понятия. Кто-то где-то находится, кто нас сюда телепортирует. Кто-то где-то ходит по этим фигням. Телепорты. Не знаю, это сильно страшно. Что за тролло-лошеньки? Так, я пошел к тебе снова. Так, а ну-ка, быстрее. Там кто-то где-то разбьет эти... Что происходит? Что за фигня? Кто это животное, которое это делает? Так, я снова появился черти где. Так, ладно. Я сейчас постараюсь это все как-то пофиксить. Делать? Я не знаю, живи, кошка. Так, вот. На секунду все было хорошо. Я но дома. Опять не очень. Так, ты дома? Так, не сажать бы это яблочко. Так, не вышло. Я вообще так, сейчас. Где мои все яблоки? У меня их 4 было. Офигеть. Так, я вот, дома. Вот. Так, я спаунпоинт себе активировал. Так, если что, телепортируйся ко мне. Я здесь вроде бы здесь хорошо все. Так, что здесь? Да, хорошо, тут нехорошо. Да блин, кто это делает? Может, это я делаю? Господи. Это кто-то делает. Нужно. Вот они, вот. Видишь? Вон они там ходят, телепортируют нас в лаву постоянно. А что ж делать? Их нужно убить и поломать, там все вообще нужно. Блинчик, да какого фига? Кто-то, знаешь, кто-то любит, чтобы мы страдали. Так, нужно все вот эти вот плиты поломать. Поломать все эти плиты. Поломать плиты, кошка, да, ломай плиты. У меня вроде плиты. Все нормально. Ломай плиты. У меня ненормально, меня телепортируют туда постоянно. О, меня тоже. Так, вот, так, ломать. Наступишь на камень, что, наступишь, сильно пожалеешь? Да, блинчик. Офигеть. Офигеть, они просто ходят по этим вот фигням, и нас в лаву закидывают. А-а-а, кошмар. Кошка, убери их, пожалуйста, убери их оттуда. Я их не вижу, где они? Да вот эти вот братишки, они ходят по ножевым плитам, как не видишь, блин? Сейчас я их убью, подожди. Убей их, накарай их, карай их полностью. Блин, это просто невозможно. Это вообще невозможность, блин. Кошмар, все, я знаю, что нужно сделать. Вроде так, сейчас все. Подожди, опции, так, сложность, peaceful, все, отлично, так, вернуться в игру. Так, по идее, все они исчезли. Все, меня больше не будет телепортировать, только тебе вернуться нужно. Так, все, надо. Вернулся. Так, все, теперь все переломать а надо. А меня нет, кто а там меня еще все равно ходит? Телепортируют. Кто там еще, там курица ходит, кошка там курица ходит, чертова, блин, курица. Ты какого фига, чертова курица, убрала пошла ее. К черту, дохнет долбанная курица. Хреново курица, так все, быстрее, спаунпоинты нужно так, здесь как себе мне прописать. К себе, блин, прийти, а? Залезь на мой блок и с него перепрыгни к себе. Просто или вокруг обойди. Не знаю, о. Пофигу, делай что-нибудь. Так, нужно всех сразу устранять, чтобы никто здесь не было. Так, чертовы свиньи. Так, убивай чертовых свиней. Иначе эти чертовы свиньи будут все ломать везде. Так, отлично. Ох, повезло. Повезло-то как. Так, еще повезло. Не очень как-то. Так, пошел отсюда. Блинчик, нужно все это переломать. Блин, какого фига? Что такое? Ну посмотри, что такое? Так, на каменные наступать нельзя. Так, нафиг каменные. Я сразу говорю, что я паркур не прошла. Убрать. Да какого фига? Давай проходи паркур. У меня-то здесь сложности. Не 4 кошак. Я глазиком телепортировалась. Глазиком телепортировалась. Так, это что? А, блин, пошел отсюда. Петрович. Так, все, я у себя это все убрал. Это только мне такие страдания предоставили. У тебя страданий таких нету. Нифига себе. Всю карту взорвали, что ли? Да, дилеро, это так, блин, что я сделал? Господи, ты там еще? Да. Да, я спаунпоинты запорол, короче говоря, дам. Все. Поиграть. Ну и здравствуйте. Ладно, сейчас мы пойдем туда пешком своим. Не беспокойся. Так, все, я телепортировал нас. Я умерла. Так, мы снова в самом начале. Так, если что, все, я пошел себе. О, алмазик халявный. Так, ладно, пока кошку мы немножко там замедлили, можно быстренько себе что-нибудь понаделывать. Так. Блинчик, мне бы на самом деле где-нибудь дерево найти. Где-то у меня был там сундук с деревом. Так, кошка, беги по своей стороне. У тебя есть блоки не поломаны? Да ты охреневшая, нет, посмотри. Так я не халтуришь, видела. Животное, халтуришь. Ломай свои лаки-блоки. Ты меня обижаешь. Я тебя не обживаю. Ты обживаю. Ты кошковка. А кошковки они животные. Блин, я сдох. А я не видела сейчас их. Где-то о, в попусе. Халявная. Все, я в попусе появился. Отлично, так, бежать. Где ты появился? В попе. Блинчик, да бегишь ты. Хотя бы вот еще раз переактивируй себе здесь. Да вот эти вот просто никогда не делайте нажимные плиты, серьезно. На них наступают всякие. И потом происходит печалька. Только активация по рычагу, только хардкор.
Так, я себе еще раз PowerPoint обновил. Что у тебя там мне есть? Мне тоже обновить. О, дерево, дерево. Так, отлично. Так, а, так, тебе. Мало дерева. Это тебе. Так, спасибо, и спасибо. И это тебя держи, ты не пожалеешь. Так, сейчас. Что ты там мне дала? Да нафига, у меня кирка есть нормальная. Так, кошка, никуда не уходи, стой. У меня для тебя есть, вот, смотри, какой крутой верстак. Вот видишь, в верстаке можно себе всякого понаделывать. Так, сейчас одеться. Так, что могу еще сделать? Так, тапочки могу себе сделать или шапку. Так, шапку вот так вот, шапку. Так, отлично, одеться. Так, одеться. Что мне еще осталось? Штанцы и носочки. Так, вот так вот. Все, отлично. Пум-пум. Так, быстрее одеться. Все, теперь избавиться только от мусора. Так, весь мусор к кошке скинуть. Так, мусор. Не убегай без меня! Я не кошка все убежит далеко, и все будет. Так, я там всякого оставил, что тебе нужно, забирай. Я вроде бы все, что мне не нужно, ничего не забирал. Так, все, пожрать. Блин, а вот моя морковка. Так, морковки. Блин, кошка уже все опять убегает от меня. Так, пожрать. Блин, а как тут, смотри, как тут проходить? Тут скажи спасибо за то, что нету неразрушимой породы. Пошли обратно в сундуки, там где-то должны быть какие-то блоки. Так, здесь... Я все блоки сперла. Я уже понял. Ну тогда стройся. Что я тебе могу сказать? Так, братишки, меня немножко по паркуру еще пройти можно. Ко мне? Нет, бери, стройся. Ты все блоки сперла, бери, стройся. Так у меня больше нету их. Так у тебя же есть дерево, которое можно переработать. Перерабатывай там древесину. Да было там древесина, ничего не знаю. Так, я вот так вот. Все. Все, я перешел на другую сторону зла. Так, отлично, летающие всякие бородавки. Блин, убивательница, отдать ей нечего. Слушай, хочешь тебе там алмазик? У меня просто ничего больше нету. Что? Что там у тебя? Отлично. Я хочу к тебе. Нет, ты должна ломать все блоки. Ладно, тебе немножко помогу. Ты жестокий. Я жестокий? Ты что, офигевшая, что ли? Я тебе вон блоки, хорошо, давай телепортируйся. Животное, блин, давай телепортируйся ко мне. И мою убивательницу чур не трогать. Ну давай. Я где-то тут. Давай, сейчас, иди ко мне в гости. Барана там своего нюхаешь вообще. Иди на свою сторону. Иди. Сейчас, так, а ты ТП пропишешь? Да, все, прописал. Давай, ломай. Так, ломай, нифига полезного. Усю, нет, кошки иди. Все, отлично, я тебя закинул. Какой так, такой еще. Ну, такой, Кусюн. Иди, кошки, блин. Вау, я опять офигеть. И чекпоинта нашего просто больше нет. Да. Так, ты еще там, надеюсь? Я да, уже конечно. Где-то внизу. Молодец. Ну, молодец, что тебе могу сказать. Идем по новой. Хорошо, хоть здесь эти спаунпоинты работают. Давай, телепортируемся. Так, все, телепортировались, пошли дальше. Пока пробегаешь, не забывай активировать свои вот эти вот спаунпоинты разные. Так, крово, где отсюда вообще? Так, а ну-ка, спаунпоинт. Пройти, да. Я пошел пешком своим дальше. Убивательница, и нечего ей еще предложить. Так, чего не превращается никаких убивательниц? Чтоб я все по-честному. Могу. Что, берешь и проходишь? Ну вот, маги. Ты меня там обчетырила, обжульничала. Вон, все древесинки свои оставила здесь. Так, нечестно вообще. Так, ладно, я буду себе трассу восстанавливать. Так, аккуратненько. Давай. Что-то как-то все в цветах поменялось. А у тебя убивательница есть? Так, что там происходит, дело страшное? У меня нету, я не приручала ее сегодня. Так что сегодня у меня все по-честному. Эй, ты врешь, ты приручала ее. Да нифига, блин, что сделать вообще? Блинчик, там ребят так много на самом деле. Надо съесть морковку. Офигеть, что вы там делаете такой большой компании? Так, пошел отсюда, пошел. Демоны. Блин, ну почему же там нету снизу бедрока? Так печально. Где сейчас появлюсь? Где я появился вообще? У меня спаунпоинт активировался, черти где в воздухе? Да посмотри, я просто появляюсь в воздухе и подыхаю. А, так, быстрее к мини-кошке, так, быстрее респаун. И к мини-котику. Так, где это я? Ага. Угу. Куда идти? А, сюда идти. Так, кошка, у тебя есть какие-то блоки? Нужны блоки. Один. Очень нужны. Один. Это нам не поможет. Это нам вообще никак не поможет. Так, нафиг. Блоки. Так, это выкинуть. Где-то должны быть еще блоки. Кошка, тут должны быть какие-то блоки. Какие-нибудь. Снег. Я из снега сейчас блоков наделываю. Ты уверен? Сейчас. Да, я из снега сейчас блоков наделаю. Это единственный способ, который можно сейчас реализовать. Там еще вот, какой-то братишка ходит. Вот еще способ, смотри. Так, вот так вот. Ты решила трассу разобрать? Ну а что, варианты есть? Ну вот, как бы снежочек я использую.
Так, отлично, вот так вот, вот так вот, так, отлично. Все, у меня есть 19 блоков. Кошка, я пошел строить. Я мега-строитель. Так, сейчас. Строить вот здесь позовешь. Мы проходим. Ну, это вообще-то моя сторона. Каждый должен строить по своей стороне. Но так, я когда ничего. Пройду... Ну, смотри, когда я пройду, только тогда ты уже будешь брать и... Так, тихо, мне спаунпоинт нужно прописать себе. Так, все, спаунпоинт активирован. Только когда я пройду, ты уже сможешь по-честному активировать свои лаки-блоки. Блинчик, иначе может произойти что-то вот типа такого. Так, ладно, я подыхаю потихоньку. Телепортируйся. Да нет, я все, уже умер, я появился там, где нужно. У тебя есть лук, кошка? Есть лук, но стрел нету. Активируй стрелы, убивай, и у меня стрел тоже нету. Ну, блин, они достали, на самом деле. Ладно, вот, мини-кошки, и умер сразу. Я могу тебе дать еще этот... Вот все, они попадали. Иди, а-а-а! Так, я тебе это даю. Чертов, блин, скайблок, черт побери. Так, ладно, хорошо, сейчас уже задыхаю, осталось немножко. Ты стоишь, просто и ждешь вообще. Вот я здесь мучаюсь. Ты убей, ну что делай что-то с ним. Он меня обижает. Ну пока мусор выкину так. Мусор. Блинчик. Давай, убивайся об него. Я умерла. Да ну блин, прекрати. Опять скинул. Это нечестно. Это вообще нечестно. Блин, пожалуйста, когда строите карты, делайте снизу или бедрок, или обсидиан, хоть что-нибудь. Потому что оно все взрывается, и потом как жить дальше вообще? Так, вот так вот, все, не скинешь ты меня больше. Ты в другую сторону скинул? Какого фига? Тебе смешно, да? Весело тебе, кошковка? На, держи, я вообще? Тебе даю. Какого фига я здесь появился? Нафига ты трогал эти спаунпоинты? Иди в пень, кошковка. Ты в спаунпоинты дернула, я знаю. Так вот, я лучше здесь себе его активирую. Какого фига вообще там появился? Чертовы эти всякие скелеты. Это не, это корова. Да, конечно, корова, конечно. Блинчик, идите сейчас в пень. Сейчас помогу. Да, ежики, нет, не скидывайте меня. Сейчас нет, я нет, уже нет, иду. Нет. Так, вот что здесь? Так, отлично. Так, здесь, кажется, спаунпоинты, к тому же, перемешанные совсем. Что происходит? Пошел отсюда. Хватит. Кошка, скидывай их нафиг. Так, пинай их. Я умерла. Пинай. Так, я еще пока жив. Так, сейчас, убить всех. Ничего, спавнится там, что ли? Нужно день прописать, так быстрее. Все, день, идите все нафиг. Так, вроде одного убили. Так, надо что-то пожать, быстрее, золотое яблоко. Блинчик, как мне пройти? Не знаю. Я сейчас могу пару блоков поставить, вот эти один блок там поставил. Так, я пошел сражаться. Идите нафиг отсюда все, всех нафиг. Эй! Что там происходит? Тут внутри какое-то безумие просто. Так, я вроде бы заборол их. Так, Безумие. А, тут спавнеры стоят. Этот нехороший человек взял тут спавнеров, наставил. Так, а ну-ка, ломать. Тут какая-то комната спавнеров? Ёжик, тут целая куча спавнеров. Ты кто? Ты убер-воин? Да, это убер-воин. У меня для тебя есть мяснина. Парень. Что? Куда? Это зачем? Это мы с тобой, что ли? Что происходит? Куда? Чего? ПВП-арена? Ты что, финишировала, да, что ли? Да, я уже прошла. Ты финишировала? Ну да. Да, офигеть просто. Да на себя посмотри, колючка. Ну. Так, здесь спаунпоинты есть, нету. На всякий случай пропишу спаунпоинты. Офигеть, кошка второй раз финишировала. Так, я тогда все ломаю, в общем, все ломаю. Так, все поломаю. Что там еще есть? И быстрее вылезти из лавы. Так, что еще? Может быть, Пандора боксы нашел. Отлично. Все затырил себе, кажется. Я или тоже все? Затырила. Ты тоже затырила себе, отлично. Так, отлично. Сейчас еще день или ночь, или что вообще происходит? Блин, что за звуки? Так, все, я все переломал. Так, я сваливаю с этой трассы. О, отлично, я появился черти где. Так, интересно, ты если сдохнешь, появишься где вообще? Там появляешься или где? Я где-то у Петровича. У Петровича? Так, он окружает, к тебе иду. Нет, уже нет, уже не иди. Да. Короче, открываем тогда Пандора боксы. Трассу считаю, что мы прошли. Блин, у меня только один, оказывается, Пандора бокс, остальные все стырило. У меня три. Так, делись, давай мне один. Давай. Да. Вот, все. И не хрюкай на меня. Я открываю первое. Ну давай, открывай первое. Ты вообще, блин, казал, у меня лук есть зато. Сейчас я тебе устрою козьи годы. На тебе, козий лук. Так, быстрее. Да. Сперли. Не очень таки уж и крутой. У меня кирка круче. Эй, опа. Ты чё, дерзкая, что ли? Так, а ну, сейчас, а блин, было, ничего не вижу. Что было? Ничего не знаю. Блинчик, маленькие кошки, так, а ну, получай. Блинчик. Так, нужно Пандора бокс еще дооткрывать и кошку еще дотарабанить. Укрытие! Блин, так, отличная возможность поучиться играть с луком. Так, вот, попал. Так, давай, вылезай. Отлично. Ну так нечестно, я выиграла. Так, я открываю следующий Пандора бокс. Эй, пошла отсюда. Да блин, что происходит? Нас куда-то телепортируют.
Так, что, все, что? Цыть, это все Pandora Box, это он виноват, я не виновный. Так, хорош, хорош, хорош. Нет, не сегодня, не сегодня, не сегодня. Нет. Так, ну, хватит меня гореть. Так, сейчас попадем. Так, попаду. Так, отлично. Хорош меня жрать. У тебя еще, по идее, один Pandora Box есть, да? А где ты? ТП на меня. ТП на тебя? Вот ТП на тебя, так морковку сожру. Давай открывай Пандора Бокс свой, или все у тебя уже? Нет, у меня еще один. Слышь, так открывай свой Пандора Бокс, иди отсюда. Иди отсюда. Так, ты его уже вижу, открываешь. Так, что у тебя там внутри? Так, ты там, кажется, что-то всякое полезло. Земля, кажется, она нам не хватала. Так, сейчас, вот, держи. Ну подожди! Вот еще. Что? Я жду, все отлично. А слабо без этих стрел? Да, слабо, а как я тебе луком без стрел буду? Так, я свой открываю. Не подходи ко мне. Там топорики всякие. Я тебя не трогаю. Да меня не трогай. Ты ко мне идешь просто, чтобы ближнюю атаку мне пофигарить. Да какая ближняя атака? Вот такая вот. Вот такая вот ближняя атака. Иди отсюда. Иди отсюда своими слизнями. Иди домой. Иди домой. Все. Домой. Я выиграла, видишь? У тебя еще один Pandora Box есть. Нету. Как нету? У тебя что-то еще один был. Все? Ну я тебе его отдала. Всего два. Так, у меня тоже больше нету. Ну вот и все. Блинчик, как они задолбали. Ладно, в общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас сыграли, комментировали зелёный мини-котик. Иди в баню. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Если не впервые на канале, конечно, тоже ставьте лайки. Кстати, ну блин. Вот козятина. В общем, да, подписывайтесь тоже на кошку. Там ссылочка будет на него в описании. И на мой второй канал ссылка тоже будет в описании. Там тоже каждый день выходят интересные ролики по Майнкрафту, по GTA 5. Иди в баню. Если хотите скидывать там какие-то свои карты, то ищите нас ВКонтакте. Я ВК Дилерон, а кошка ВК Мини-кошка. Скидывайте нам карту и сразу со скриншотами, чтобы я ее заметил. В общем, до скорых встреч и всем пока-пока. До свидания. Пока. Хрен на меня охотится, блин, да кошатина. Все, я убежал.